На сегодняшние цены на недвижимость у продавцов реально не стоит. Я вам покажу сегодня топ регионов России, в которых цены по реальным сделкам на недвижимость реально упали. Особняком, естественно, будет стоять Крымский полуостров, потому что после сегодняшних событий, я думаю, никто не будет спорить о том, что там вопрос с ценами на ближайшее время, в ближайшей перспективе решен. Первая у нас Тверская область. Была цена 85, потом скатилась до 77,5 тысяч рублей за метр. Это почти 10% падения. Республика Карелия. 89 тысяч за метр и стало 83. Это у нас практически 7%. Далее идет Москва. Столица. 281 тысяча была на пике и скатилась до 266, почти 5,5%. Псковская область. Здесь у нас на пике было 68,6 тысяч рублей за метр, стало 65,5, почти 4,5% падения. Нижегородская область у нас пошла. Цена на пике была 94,2 тысячи за метр, стало 91,5 тысячи за метр. Московская область, конечно же, Москва просела, и Московская область за ней со 133,5 тысяч за метр до почти 129 тысяч рублей за квадратный метр упали цены. Белгородская область также просела с 84 тысяч за метр до 80, почти 81 тысяч рублей за квадрат. Сахалинская область, вообще красота. Такая горка со 163 тысяч в апреле нырнули единственные до 100, почти 55 тысяч. И потом вверх и опять вниз 158 600 рублей за метр. Вот Хабаровский край красиво лесенкой пошел с 93 тысяч рублей за метр. Прыг, прыг и вот 91 тысяча. Правда, немножко вверх что-то его потянуло. Далее у нас идет Орловская область. Здесь небольшое снижение с 67 тысяч за метр до 66 тысяч рублей за метр. Далее у нас пошел Санкт-Петербург, северная столица. В июне по 180 тысяч за метр были сделки, а потом скатились до 178 тысяч за метр. Алтай тоже просел слегка со 104 тысяч рублей за квадрат до 102 тысяч рублей за квадрат. Я не я буду, если я вам не добавлю в вашу бочку меда немножко дегтя. А сейчас несколько регионов России, в которых цены по каким-то причинам, по реальным сделкам выросли. Астраханская область вообще прекрасно улетела. С 59 тысяч за метр в мае до 64 тысяч за метр в августе. Вот дают, ребята. Брянская область вот так вот у нас рванула куда-то, непонятно. Рядом Белгородская, там падение, а в Брянске цены пошли вверх. Мордовия вообще красиво стрелочкой с января с 56 тысяч рублей за метр, вообще без падений до 63 тысяч рублей. Вот так богатые люди живут в Мордовии. Ну вот такой у меня сюжетик получился. Спасибо, что смотрите. Благодарю вас. Пишите комментарии, поспорим. Ну а пока, всем пока. Без сиропа.